Александр Галич, его стихотворение «Номера» и, ну, как бы моя версия этого стихотворения. Недавно у нас был эфир у Нателлы Болтянской «Эхо Москвы», где она, когда узнала, что я написала эту песню, сказала: «Ну, нахалка». Но потом сказала: «Ну, ничего, ладно». Вьюга листья на крыльцо намела, глупый ворон прилетел под окно и выкаркивает мне номера телефонов, что умолкли давно, словно сдвинулись во мгле полюса, словно шиблись над огнем топоры, оживают в тишине голоса телефонов до военной поры. И внезапно обретая черты, шепелепит озорной шепоток: 5:13:43, это ты, ровно 8 приходи на каток. Галочьи следы на снегу, ветер ставнею стучит на бегу. Ровно в 8 я прийти не могу, да и в 9 я прийти не могу. Ты напрасно в телефон не дыши, на заброшенном катке ни души. И давно уже свои бегаши я старьёвщику сдам за гроши. И совсем я говорю не с тобой, а с надменной телефонной судьбой. Я приказываю: дайте отбой, умоляю, поскорей.